я на нее. Давайте представим. Да, за... Вот сейчас она не имеет значения, она стоит. Никуда не денется. Она что? Все, давайте вот держим, Виталий, держи. Она большая толстая ветка проходит, вот видишь, какая огромная. Она не упадет сама. Да, она непонятно как держится тоже. Но не развалилась? Бок? Нет, она не развалилась. Бок она не упадет, мы ее фиксируем. Что надо, чтобы... Ты, Руслан, ты ее здесь лучше не держи, ты с той стороны вот так. Сотри ее, чтобы она в бок, ни в крот, ни в этот не пошла. А сюда она вообще не уйдет. Дело в том, что залезть, когда ты туда сейчас лестница кончится, вот там проблемы начнутся. Вот я о чем вот говорю, Да лестница нормально стоит, что вы понтуетесь, ё-моё. Ты не смотри вниз, главное. И все. Я просто дальше не знаю, куда там ветки, реально там... Ну ты лезь, лезь. Ну она же легла на ветки, по-любому, блядь. Если она опирается на ствол, значит ты хоть как никуда не упадешь. Да я-то никуда не упаду, дальше лезть некуда. Здесь я сам не пролезу, вот лицо все. Куда я денусь? Ну ты встань на последнюю сторону. Да ну что смеяться-то? Просто даже непонятно, куда хвататься-то дальше. А вон дальше ветка еще вот ровно на этой шахте пролезешь. Еще один шаг подойди, сделай я. Там следующая левая заветка, но это почувствуй. Зачем тебе перелазить? Ты вот сейчас вставай еще на ступеньку выше, блядь, и берись руками за ветку, и пойми, вообще, без лестницы. Я сюда через листву не пролезу, блин, ты че? Ну обломай ее в конце-то концов. Да ну, блин, нафиг. Страшно? Ну вот скажи, что страшно, а не листва мешает. Ну а что такого? Страшно? Мне не страшно. А мне за вас-то как-то вообще волноваться-то приходится. Вам-то хрен ли, а я-то переживаю. Вот сейчас самое страшное начинается, Данил. Да, блин, как раз не самое страшное. Давайте встанете, чем... Вы просто на вышке 100-метровой не лазили. Ну как бы, блин, там хотя бы держаться ни за что. Я на это лазил. А ты правильно шнурки не завязал, это все нафиг. На отметку 112 метров на выставочной 15. Да, ощущение. А давай ты нас еще ложьте 500, там ты...